друзья, мы хотели сегодня очень к вам попасть, но, к сожалению, так получилось, что возникла очень срочная необходимость провести ремонтные работы на месте пикета, и милиция не сможет обеспечить охрану нашего пикета. Поэтому вы нас извините, по независящим от нас причинам пикет сегодня отменяется. Спасибо, что вы хотели нас прийти поддержать. Большое вам спасибо, мы вас очень любим, вы все очень классные, вы невероятные, мы обязательно приедем к вам в следующий раз. Всех желающих мы приглашаем сегодня на митинг в поддержку Светланы Тихановской, который состоится в городе Солигорске в 19:30. Надеемся, что у вас получится посетить наш митинг. Спасибо большое и до встречи.